под Новый год, что происходит на ТНТ, кино выходит, в нем Анна, Асти и Филипп, а студио Алсу Хабиб, Серябкина, Чеботина и Кока, певиц сегодня будет много. Спешим обрадовать народ, что Бузова тут не споет. Галибри, Мавик, руки вверх, сегодня мы собрали всех. Скорей, друзья, смотрите вы, самоиронию судьбы. Милый, у меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Так вот. Я люблю тебя больше. Я люблю тебя больше всего на свете. Я уже поняла. И знаешь, хватит уже об этом везде говорить. Это так выглядит, как будто я тебя заставляю. Ты меня заставляешь. А тебе что-то не нравится? Очень нравится. Я люблю тебя. Слушай, а давай встречать Новый год вместе? Господи, ну и собираемся вместе. Только я должен поехать в баню, провести корпоратив. Нет, ты никуда не пойдешь. Почему? Потому что я много раз смотрела фильм «Ирония судьбы», и если ты 31 декабря пойдешь в баню, то мы расстанемся. А у нас дети, ипотека и нет израильских паспортов. Но ведь это нужно для дальнейшего развития сюжета. Ничего не знаю. Пусть в баню идет кто-нибудь другой. Милый, у меня к тебе есть предложение самое неожиданное. Правда? Ну, не пугай. Давай встречать Новый год вместе. Конечно, вместе, Господи. Мы собираемся вместе. Мне только нужно сходить в баню. Я должен провести корпоратив. Ты никуда не пойдешь. Почему? Я много раз смотрела фильм «Ирония судьбы». И если ты пойдешь в баню, мы расстанемся. А у нас ребенок. Да чего с ним, с ребенком? Мы не снимем 746-й сезон сериала «Саша Таня». И ТНТ нечего будет показывать с 11 утра до 6 вечера в среду, пока все на работе. Но я же должен пойти в баню для продолжения сюжета. Ничего не знаю. Пусть в баню идет кто-нибудь другой с ТНТ. Тот, у кого нет семьи. И кто подкидывается на любую роль, лишь бы были эфиры. Милый. А? У меня есть к тебе предложение. Самое необычное. Ну, не пугай. Милый. Давай встречать Новый год вместе. Как вместе? У тебя дома. Может быть, ты наконец осмелишься и сделаешь мне предложение. Милый? А наш новогодний корпоратив продолжается! Давайте проводим бурными аплодисментами наш отдел бухгалтерии. Спасибо им за этот яркий творческий номер. А следующим нас поздравит зам прокурора Северо-Юганского района Сергей Юрьевич Чичиров. А это региональные чиновники Виктор Харитонович и Азамат Тахирович, которые, не покладая рук, постоянно думают о России. У них есть традиция. Каждый год, 31 декабря, они идут туда, куда их посылает народ круглый год. В баню. Чего хмурый такой, Азамат Тахирович? О России думаешь? Конечно, о России думаю. Сейчас во всем мире только о ней все и думают. Не бережешь ты себя, Азамат Тахирович. Отдохнуть тебе надо. А где отдыхать-то, ё-моё? Все позакрывали, все нахуй. Справимся. У нас в России все есть. Ваши аргентинские лангустины с сицилийскими каперсами. Ваш новозеландский мраморный стейк. Мой, да? Выстоим. Спасибо Сергею Юрьевичу за эту виртуозную игру. А далее в нашей новогодней программе поет несравненная Ольга Серябкина. На твоих диванах сходим с ума мы. Мы как
следующая моя песня называется «Бывшие». Бедолага! Никто. А что, у этой мамы Любычу вторая песня есть, что ли? Давай за знакомство. Ой, подождите, но я на работе не пью. Простой народ в Новый год должен отдыхать. Ну, разве что чуть-чуть. Простой народ в Новый год должен отдыхать много. Конечно. Давай, отдыхай. Тебе надо в Петербург? Ну, мне в Дубай надо. А тебе надо в Петербург? Мне на Мальдивы надо. Ладно. А простому народу куда надо? Ну, явно не Дубай и не в Мальдивы, правильно? Значит, простому народу надо в Петербург. Тогда поднимаем простой народ. Правильно? Золотой человек. Народ, поднимаем. Золотой. Мы тебя поднимаем. И мы тебя тащим. Куда вы меня несете? Тащим, тащим, тащим. А как еще, Мариш? Вот конечно. Так. Аккуратно. Конечно. Конечно, Мариш. Перезвоню. Женщина. Здрасте. Ну, во-первых, в таком состоянии на борт самолета людей не пускают. А во-вторых, я проверила его паспортные данные, и его нет в списке пассажиров. Так что он никуда не полетит. Что ж, на этом наш фильм заканчивается. Как и должен был закончиться оригинальный фильм «Ирония судьбы». Конец фильма. Ну ладно, ладно. Раз в оригинальном фильме никто на это не обратил внимания, то и мы особо выпендриваться не будем. Опа! Добро пожаловать на борт нашего самолета. Без билета, в состоянии жутчайшего алкогольного опьянения. С Новым годом! Уважаемые пассажиры, наш самолет набрал высоту 10 тысяч метров и висит на леске. Приятного полета. Здравствуйте. Меня зовут Люся, и на время полета я буду вашей бортпроводницей. Ты такая красивая. Когда вы пьяные, вы все так говорите. Я сказала, руку убрал? Ты чего себе позволяешь, алкашня? Руку убрал? Руку убрал? Ты мой идеал. Слышишь? Ты мой идеал. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего? Леди и джентльмены, наш самолет приземлился в городе Санкт-Петербург. Ladies and gentlemen, our самолет приземлился in St. Petersburg. Товарищи, не забываем свои гаджеты. Гаджеты не забываем, товарищи. Дай джин на лапу, счастье мне.
Не дает. Честно. С наступающим. Люблю собак. У меня самого есть друг бульдог. Да еще собака. Женя! Женя! Что я делаю? Это же моя квартира. Это чья, Женя? Странно, а почему ключ не подходит? В советское время в типовые двери были врезаны типовые замки, которые можно было открыть любым ключом. Но в наше время это невозможно. И поэтому Лукашин никогда не сможет попасть в чужую квартиру. И поэтому конец фильма. Ну ладно, ладно. Допустим, наш герой все-таки как-то попал в эту квартиру. Оказались. Слышите меня? Угу. Я с кем разговариваю, а? Что мне щупать? Он не авокадо в супермаркете. Так, я говорю, вы метайтесь отсюда быстро! Вы что позволяете? Ах так? Ну ладно, берегитесь. Спасибо, брат. Кто? Что вы делаете в моей квартире? Между прочим, сейчас придет моя невеста Галя Бузова. Увидишь, что вы ко мне пристаете? Ее люди в соцсетях вас так захейтят. Это немыслимо, а? Что вы делаете в моей квартире? Вы вообще что-нибудь соображаете? Где, по-вашему, вы находитесь? Это моя квартира. Третья улица, Строители, дом 25, квартира 12. Это моя кровать, это мой плед. Я моими ногами иду по моему полу, к моему... Это мой сервант. А зачем вы сюда поставили эту... черно-белую фотографию. Она не черно-белая. Это подарили мне как утешительный приз, когда я не прошла кастинг шоу-танцы. И вообще, перестаньте тут трогать все своими руками. А что это вы, собственно, шарите по моей мебели? А? Это моя мебель! Быстро покиньте эту квартиру и идите в парадную. Иначе я возьму поребрик и превращу вашу голову в шаверму из куры. Что? Вы намекаете, что я в Санкт-Петербурге? Наконец-таки вы начали соображать. О, какой кошмар! К вашему сведению, это он. Какой еще? Не открывайте, пожалуйста. Я же голенький. Здравствуй, Наденька. Здравствуй, Полит Бедросович.
Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. А я? Цветы? Да, это мне поклонницы подарили. Поставь вазу. Да. Наконец-то мы проведем этот Новый год вместе. Я отказался от съемок во всех этих новогодних телепроектах. Понимаешь? Эти сценаристы просто напридумывали всякой чуши. А нам, артистам, приходится во всем этом сниматься, ты понимаешь? А потом не эти сценаристы, а мы выслушиваем хейт от всего народа. Ипполит, мне нужно тебе кое-что рассказать. Да. Ты сейчас умрешь со смеху. Представляешь, я прихожу, а у меня на тахте лежит совершенно посторонний мужчина. Я била его нунчаками. Ипполит, держи себя в руках. Я тебя очень прошу, Ипполит. Отличный новогодний что подарок, это? Наденька. Делайте. Представляешь, если бы ты пришла ко мне домой, а на моей тахте спит незнакомый голый мужчина. Не надо. Не надо ругаться, я вам сейчас все объясню. Дело в том, что каждый Новый год, 31 декабря, я веду корпоратив в бане. Меня зовут, потому что я известный юморист. Что? Ты еще привела в дом юмориста? Бьешь по самому больному? Ипполит, ну ты же смотрел Comedy Club. Ну какой он юморист? Ну какой? Он юморист. О, он еще и пародист. Do you know who I am? Do you want a scandal now? Нет, Ипполит, нет. Я сейчас уйду навсегда. И вещи свои заберу. Ипполит. Подождите. Молчать. Ипполит Бедросович, ну... Филипполит. Бедросович, ну... Ну, Ипполит Бедросович, ну... Филипполит, ну, руки, я сказал! Даже в зеркале разбито над осколками склоняясь в отражениях забытых вновь увидишь ты меня и любовь безумной птицей разобьет твое окно снова буду тебе снить. Буду сниться все равно. Единственная моя. Еще такой? Подождите, я все объясню. У нас есть такая традиция. 31 декабря вы пошли с друзьями в баню, там набухались и оказались здесь. Именно так.
Поэтому давайте не будем терять времени, моя бежевая королева. Прыгайте ко мне в кроватку. Она выдержит. Наверное. Чао! Меня зовут Серж Горелый, и это шоу «Предварительные ласки». Все мы смотрели фильм «Ирония судьбы» и отлично знаем, что Жене Лукашину, чтобы добиться Нади, понадобилось две серии по полтора часа. Но если бы Лукашин смотрел мое шоу, он бы добился Нади гораздо быстрее и не совершал бы стандартных ошибок. О, давай ты со мной, а я тебе акулу из Икеи. Да ты посмотри, они в интернете полторашку стоят. Ты кто такой? Я айтишник с Еревана. К нам в город столько ваших айтишников приехало. Мне работать негде. Женщина, брат, помоги здесь ассимилироваться. Ты кто такой? Ха, тракторист. И что тебе надо? Скажи 300. Но правильным вариантом в подобной ситуации, когда вы очнулись не у себя дома, было бы просто извиниться перед хозяйкой квартиры за это недоразумение. И спокойно... Этот еще сидит, свои вонючие советы раздает, а? Вам что, в моей квартире? Намазан? Извините! Соседка, ты че? Да у меня тут целое кино. Представляешь, ко мне в квартиру всякая пьянь из бань попадает. Ну, обидно. Ну, именно 31 декабря. Я тебе не говорила? Эта квартира проклятая. Бывшая хозяйка поэтому отсюда и съехала. А я думаю, что они мне трешку в центре Питера всего за лям продали? Лене, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Ой, вай, война, эти черные глаза, ой, вай, война, я уже с тобой на баре. Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико. Матрицу мне тут устроили! Эй, парикмахера себе нормального найдите! Ага. Чао, какао! Не дом, а проходной двор, куда только охранник смотрит. Охрана контролирует ситуацию. Вы главным ментов не вызывайте, пожалуйста. Давай. Фамилия, имя, отчество. Чё? Ясно. Так, обычно я так не делаю, не мои методы. Но тут, видите, случай особенный. Так, Александр Родионович Бородач. Мы с вами, коллеги, ребят, секурицу, сисурритилту. Слышь, какие еще коллеги, ты? Ну, я охранник этого подъезда, ребят, вы охранники этого города. Так что, ребят, все нормально, расход чисто по-братски. Бородач, стой! Стой, Бородач! Что ты устроил тут вообще? Ты хоть знаешь, сколько вот этот Мерседес стоит, а? Вы за меня не переживайте, ребят. Мерседес российского рынка ушел, предъяв мне кидать не будет, ребят. Ты издеваешься? Это все из-за Ирышки, ребят.
Рассказывай, какой еще Иришке? Иришка Скоробейникова. Любовь всей моей жизни, ребят. Вот ты когда-нибудь любил? Хотя кого я спрашиваю? Ты же мент просто, и все, ты понимаешь. Все, нет, я имел в виду правоохранительные органы, которые не поддаются сентиментальным эмоциям. Я хотел сделать Иришке подарок на Новый год, а денег на подарок не было. А желание покуракаться-то было... Бородач! Короче, я придумал невероятно перспективный план, как заработать. Я решил продюсировать солиста группы «Руки вверх» Игоря Кондиционерова. Слышь, ты, дробыш для бедных! Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Там, да, ребят, а у меня Игорь Кондиционеров. Он там работает в автомастерской. Ну, он как две капли воды похож на Сергея Жукова. Кстати, две капли – это и есть гонорар Игорька, если чё, ребят. Мы решили дать концерт «Руки вверх» прямо, короче, у Игорька Кондиционерова в автомастерской. Игорёк пел, а Алексей Потехин играл на синтезаторе. Кто? Помните, второго из «Руки вверх». Там брум-пап-мум-пап. Ты сейчас! То есть, получается, ты еще и двойника Потехина нашел, что ли? Не, вы чё, ребят? Потехин был настоящий, он все это время в автомастерской работал. Представляете, какое невероятное совпадение. Судьба их как развела, этих двух людей, короче. Одному все достается, он работает в автомастерской нормально, а второй непонятно по каким городам концерты дает. Скитало, бедолага, короче, бродячий артист, не то что наш. Бородач, ты что думаешь, что я вот в эту всю пургу поверю, что ли? Я не вру, клянусь рукой, ребят. У меня видео есть, ребят. Я сына Игорька попросил все это на камеру снять. Для портфолио. Вот смотрите. Бородач, подъезд окружен. Вот она, вот она. Вот, смотри, смотри. Нормально, сработал, нормально. Трехочковый, нормально. Смотри, ребят, я никуда не бегу, мне скрывать нечего. Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, ты ночами обнимаешь. Бородач, при чем тут «Руки вверх» и разбитый «Мерседес»? Ребят, ну это элементарный человеческий порог. Деньги вскружили мне голову. Я просто не захотел делиться гонораром с Жуковым, ну, точнее, с Игорьком. Забрал все 4300, прыгнул в первую попавшуюся тачку, рванул сюда вообще. Но произошел караул вообще. Кто знал, что в автомастерской будет стоять неотремонтированное транспортное средство? Я не смог затормозить и как френачился сюда. Ребят, мне нужно успокоиться, ей-богу, я пойду. Стой! Ребят, встречайте Новый год теперь в этой коморочке.
Все, ребятушки, проиграли вы. Эта битва выиграна мной. Ну и что нам с тобой делать, бродач? Ребят, ну, понять и простить. Новый год все-таки, ребят. Ну и по 300 рублей срыло, как-никак концерт, руки вверх, посмотрели. Надо меньше пить. Пить, надо меньше. Надо меньше пить. Бородач, стой, я знаю, где ты живешь. Благодарю, значит, я туда не побегу. Меньше пить. Надо меньше пить. Алло, такси? Надо меньше. Да я не вам, это я себе. А вы где? Надо меньше пить. За углом? Пить надо меньше. Ага, ну тогда я к вам скачу. Пить надо меньше. Надо меньше пить. Пить надо меньше пить. Да не вижу я никаких собак. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Пить надо меньше. Пить надо меньше. Алло! Алло! Что я должен видеть? Торговый центр Сосенки? Ну, Сосенки вижу. Торговый центр нет. Надо меньше пить. Пить надо меньше. Надо меньше пить. Пить надо меньше. Надо меньше пить. Алло. 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 Да что со связью? Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось в сумерки у. Хотел попросить вас зарядить свой телефон. Ой, простите, я думала, вы Маковецкий, из-за которого 24 года назад я поругалась с Яковлевой. Ипполит. Ипполит Бедросович. А, это опять вы? Представляете, я в 12 часу в темном заплутал лесу. Вышел в лес в полосу, присмотрелся, там алсу. Говорит тогда алсу: Женя, я тебя спасу. Женя, я тебя спасу, Новый год ведь на носу. Вот.
Вы что, бухали с Чуковским? Да не, вы не поняли. Понимаете, у меня телефон сел, а у Алсу зарядки не оказалось. Она мне подсказала, как добраться до вас. А меня Галя в Москве ждет, понимаете, Бузова. Я до нее дозвониться не могу. В общем, можно я от вас позвоню? Я вас ненавижу. Вы испортили мне всю жизнь. Так это да или нет? Делайте, что хотите. Вы кто? Я концертный директор Гали Бузовой, а также автор ее песен. Я вас таким себе и представлял. Попросите Галю перезвонить, пожалуйста. А можно я у вас в ванной помоюсь, пожалуйста? Делайте, что хотите. Только не берите полотенце Ипполита. Слышите? Полотенце Ипполита не берите! Женя? Здравствуйте, Галя. Вы кто такая? Где Женя? А, твой Женечка сейчас в Санкт-Петербурге. Пьяненький и голенький моется у меня в ванной. Вот он, кобель! Согласна. Но он исполняет такие команды. Вот он, урод! Ну, лицо морщинистое, но тело сосочка. Что за лексикон? Вы точно из Санкт-Петербурга? Я точно из Санкт-Петербурга. Знаете что? Передайте ему, что он такой же, как все... футболисты и блогеры. Кто звонил? Это ваша бывшая Галя. Почему бывшая? Ну, потому что я сказала, что вы моетесь в моей ванной. И вы все-таки взяли полотенце Ипполита Бедросовича. Что вы наделали? Это вам за Ипполита. Это, наверное, Ипполит вернулся. Так, быстро оденьтесь! Сейчас, сейчас! Не смейте, не открывайте ванну! Сейчас, мы просто с Наденькой мылись в душе! Нет, 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 стойте! С Новым годом! Здрасте. Вот это подарочек. Извините, простите. А это... это и есть твой... Ипполит Бедросович? Ты говорил, он двухметровый, в стразах. Это вы его без полотенца не видели. Мы с Надей лучшие подружки. Мы познакомились на марафоне желаний Елены. Блин, как же фамилия-то, блин? Какая-то Овская. Блин, какая Овская? Овская? Что за, блин, Овская? Короче, вспомню, скажу. Ну вы лучше скажите, Ипполит, а как вы вот такая, а живете вот такая? А не с такой, или такой, а? Да я... Ипполит, ну ты совсем ничего не ешь. Просто он считает меня красивее вас. Да? Но стесняется об этом сказать. Слушай, Надя, хватит врать. Я больше поверю в чушь, что это какой-то незнакомец, который напился в бане и перепутал города. Живи в реальности, Надежда. Ну, на таких, как ты, принцы с неба не падают. Акна мин акна. Вакум мин вакум. Наследный принц 350 насыпных островов. Альдемис Ибн Кариб! Надежда, очко моих свечей. Чё? Ой, как по-русски это свет моих очей. А вы еще кто такой? Я поставил тебе огонечек, твою фотографию в социальной сети, и ты поставил мне огонечек. Мы всем женщинам русским отправляем огонечки. Никто не отвечает. А ты ответь, моя будущая жена. Я вообще никогда иностранцам на огонечки не отвечаю. Так я тоже. Я
Я не знала, что это так работает. Ты сияешь, как я в КамАЗе. Ты сияешь, как алмазы. Поехали со мной. У меня есть дворец в Дубае, у меня дом в Абу-Даби, дача в под Абу-Даби. Вообще-то у нее уже есть мужчина. У меня нет. Ах ты, срака вечи. А вы хотели сказать, рады встрече? Здесь я правильно сказал. Лёта селим. Я вызывать на тебя на поединок. Ты будешь драться с мой самый сильный и лучший охранник. Если победит он, я забираю женщину, человек, Надежда. Если победит ты, ты будешь драться с моей второй охранник, самый лучший. Никто ни с кем драться не будет, понятно? Знаете что? Это невеста с бородой. Катитесь-ка вы колбаской по Малой Спасской. Что? Я плохо понимаю русский, что? Я перрон, а вы вагончик. Улавливаете мысль? Совсем не понимаю русский. Ты... Ладно, не понимаешь словами, я тебе спою. Дай гитару. Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Уловил мысль? Селят мысля, и вот мысля, ты селя! Есть загранпаспорт? Нет. Просрочен. Это не проблема. Ты будешь 127-й, ты будешь 128-й. Столько жены, я буду 127-я? Я прям 128-я? Нет, это талончики МФЦ. Поехали, надо успеть сделать загранпаспорт. Поехали. Шайтан! Тоска-то какая, аж петь хочется. Общеизвестный факт. В оригинальном фильме «Ирония судьбы» никто из актеров не умел петь, поэтому вместо них песни в фильме пели профессиональные певцы. Вот и мы не будем нарушать эту замечательную традицию. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. За редкостью, закатными часами.
Женечка, а почему мы с вами начали внезапно обниматься? А что, вы считаете меня легкомысленным? Конечно. Вся страна знает, что вы единственный, кто прошел Тиндер до конца. Да, но я не встречал такой, как вы. Лучше, хуже встречал, но вот именно такой, как вы, нет. Это потому, что у меня на аватарке фотография Вали Карнавал. Похоже. А давайте бросим все и улетим отсюда на яхту в Монте-Карло. Это вас шампанское говорит. А давайте лучше Висинтуки на электрофорез. Это вас Висинтуки говорят. А давайте ни мне, ни вам. На яхту Висинтуки? Нет, на электрофорез Монте-Карло. Ой! На пульт села. Дорогие товарищи, наш праздничный новогодний концерт продолжается. Для вас поет лауреат конкурса молодежных исполнителей интернета. Молодой комсомолец в своей песне задорно поет о достижениях сельского хозяйства нашей необъятной социалистической родины. Песня «Ягода-малинка, оп!» Оп, оп, исполняет Хабиб. Вся девчонка посвящается! Ягода малинка, оп, 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 крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами лев прав потолок. Ягода малинка. Не дома, а проходной двор. Оставайтесь в этом же настроении, я прогоню всех к чертовой матери! Кто там еще? Чем? Ребята! А я зашел поздравить вас с Новым годом! Господи, что с тобой? Ты выглядишь как снеговик. Я просто прыгнул с гаража в сугроб. Хотел понять, чего так жесток снег? Ой, очень есть хочется. Ипполит, я первый раз тебя в таком виде вижу. Я себя в таком виде первый раз вижу. Господи! Господи! Как скучно мы живем!
У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна любимым женщинам. Вместо этого мы шлем им дикпики. Какая гадость. Какая гадость эти ваши дикпики. Заливные. В интернет. Разрешите пройти? Благодарю. Кажется, он воду включил. Зачем? Ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть. Все громче звуки понесла. Цвет настроения синий. Мне кажется, такая ситуация может произойти только в России. Ой, не скажи. В новогоднюю ночь такое происходит по всему миру. Ипполит Бедросович! Ипполит Бедросович! Ипполит, стойте! Ну куда же вы? Ну куда же ты собрался? Ты замерзнешь и умрешь. Значит так, мы вас никуда не пустим. Сначала переоденем, потом высушим, вызовем такси, и только тогда сможете идти. Да. А в оригинальном фильме они отпустили Ипполита мокрого на мороз в нетрезвом виде. И больше в фильме он не появлялся. Ну, пойдем. Пойдем, тебе нужно просохнуть. Пойдем. Переоденемся, переоденемся. Ну что ж так... Мокрым-то на улицу, холодно же. Наденька. Я вам песенку спою про 30 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю песню эту, эту песенку про 30 минут. 30 минут, 30 минут. Бой часов раздастся вскоре. 30 минут, 30 минут. Помиритесь все, кто в ссоре. 30 минут, 30 минут. А разобраться, если строго, даже в эти 30 минут. До Нового года осталось 37 минут, а из праздничной еды только заливная рыба. Я могу приготовить нам вкуснейший салат оливье. Но у меня нет зеленого горошка. Мы с тобой сегодня столько пережили, что купить зеленый горошек будет не проблема. И тут горошка нет. Новый год. Все готовят оливье. Горошек хрен достанешь. Но я знаю, где его можно взять. Подарки, елки, горошек. Удачи. Вы тоже все за горошком? Thank you.
хотел бы от всей души поприветствовать вас всех и предложить сыграть вам в одну игру. Победитель получит все. Нужно лишь дослушать песню до конца. То начнется игра в горошек. Бай, мама, кто это? Бай, мама, кто это? Вся Иисусального золота, золота. Бай, мама, кто это? Бай, мама, кто это? Это кто, кто это? Бай, мама. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония. Why, mama? Why, mama? Why, mama? Why, mama? Why, mama, кто это? Everybody, move your body. Why, mama, кто это? Клянусь, ты круче всех! Как ты выдержал до конца эту песню? Просто Галя Бузова на мне все свои новые песни проверяет. Я в жизни и не такое слышал. Что ты имеешь в виду? Например, вот эту. Мало половин, мало, мало половин. Мало половин, мало, мало половин. Наденька, а вам не кажется, что все, что с нами сегодня произошло, один в один, как в легендарном фильме «Ирония судьбы»? Я бы сказала по мотивам. Так получается, если мы встречаем с вами Новый год вместе, значит, мы и дальше будем вместе. А я ведь вас практически не знаю. Возможно, вы жутко храпите по ночам. А говорите, не знаете. Так получается, что... Я разрушил две будущие семьи, и вашу, и свою. Получается, я выбрала первого попавшегося алкоголика вместо ответственного и любящего меня Ипполита? Наденька, все-таки, мне кажется, такая концовка истории слишком аморальна. Правильнее для меня было бы вернуться к моей невесте, Гале. С Новым годом, милый! С Новым годом, Галя! А мне правильнее было бы вернуться к Ипполиту. С новым счастьем, зайка моя. Я твой зайчик. Участники нашего реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» в этой роскошной квартире вступили в игру за любовь, поставив на кон свои сердца. И вы еще тут. Давайте быстрее заканчивать, пока к нам битва экстрасенсов не приперлась. Подождите, в смысле заканчивать?
Я пока единственная, кто не спел в этом фильме свою песню. Да, спой. Так будет честно. Я согласна, так будет справедливо. Мы просто требуем песню от Бузовой. Под горошек будет хорошо. Ну давай, Оль, давай. Просим. Ты что наделал, ёлки-палки? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Нифига себе! Мне же нужно было в мейтарские палаты с падалью в Garden Luxury Village в Дубаях. Да я вообще-то первую советскую VPN-машину собирал. Ё-моё! Смотрите в следующем году новогоднюю кинокомедию «Азамат Васильевич отменяет депрессию». С любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится круглая. Лёшница виски делала. Анисовые. Картофельный. Белорусы пока другой не научились делать. Почки обезьяньи верченые, головы тараканьи с чесноком, попки муравьиные черные, попки муравьиные красные. Вот, это мы жрали каждый день. Нашел звезды в Африке. 3 биткоина заграничных. 3 бускоина отечественных. NFT с Лениным, Марксом и Энгельсом. Их тоже 3. Все. Все, что было нажито непосильным майнингом, все заблокировали. И эти люди еще борются за звание криптовалютного регулятора Советского Союза. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, и мы едем с ним в Казахстан, в Зару. Цар и великий князь Дайгазен Трубен, иначе нам капутн. Граждане, храните деньги в югославских динарах. С их экономикой уже точно ничего не случится. ТНТ. Всем спасибо, съемки фильма окончены. Спасибо. Я все равно спою. Когда волной накрывает боль, уже не действует алкоголь. Когда готов все послать. Ну, знатоки лечу.
позову. Ребят? Ребята! Да кто-нибудь вызовите Бузовой такси!